Хорошее начало. Так, у меня третья посылка. Это вторая часть. Не забываем подписываться, ставить свои комментарии, лайки. Это помогает продвижению моего канала. Всех с Новым годом уже, с наступившим. Я надеюсь, вам приятно со мной проводить это время. И вам нравится мой сегодняшний декор. Вот, мы быстренько посмотрим вторую посылку, не вторую, третью, вторую часть видео. А вот, кто не знает, кто не видел, здесь я оставлю первую часть, переходите, смотрите. И мой второй канал, кстати, тоже не забывайте, я внизу всегда указываю ссылки, в конце видео всегда есть указание на мой второй канал, так что не забывайте и о нем тоже. Вот, кто не знает, у меня ковид, я болею, поэтому сижу сейчас дома на карантине, и вот... Во мне проснулся шопоголик. А, вот. Короче, давайте приступим. Последнюю посылочку сейчас откроем. Откроем, посмотрим. Я уже не помню, что я заказывала. Пока они шли. Пока то все. Пока все перемешалось в доме Облонских. Так. Мы сегодня будем есть суп. Нет, сегодня не будем, сегодня 31 декабря. Наверное, оставим это на завтра. Завтра как раз супчик не помешает. А, так, я взяла на подарок вот этот замечательный скраб. Сама им пользуюсь. Очень-очень мне он нравится. Это She Moisture фирма, для сухой кожи с витамином Е, с маслами. Солевой скраб. Пахнет божественно просто цветами, маслами, орехами. Это какой-то вообще невероятный запах. Это я не почувствовала, там, конечно, написано коконат и гибискус, но кокосы я там не почувствовала. Там настолько все гармонично и настолько ненавязчиво, не надъедает. Сейчас я ничего не чувствую, но он вкусный. Я вам советую, потому что я уже сама себе брала, и сейчас вот взяла на подарок своим близким подругам. Вот, очень хотела я, наверное, может быть, даже надо было два взять. Ой, на подарок на Новый год. Вот, сейчас на данный момент сидим все в карантине, мы с мамой. Пока что ни с кем встретиться с нашими семьей, с испанской, с друзьями не можем. Вот, как только начнем себя лучше чувствовать, потом тогда уже начнем встречаться, дарить подарки друг другу. Вот, взяла, значит, я пасту. С нимом и с чайным деревом. Без, это паста, как всегда, без фтора, без всего. Ксили Уайт. Читайте, как хотите. Ну, может быть, вам веселее будет. Чуть-чуть улыбнет. Вот. Все ее хвалят. С ментоловым вкусом написано. Вот. Ну, я не знаю, взяла, потому что были скидки. Почему бы нет? Решила попробовать. Одна я уже взяла, одну пасту, две, по-моему, я пасты пробовала от этой фирмы, Ксили Уайт от Now Foods. Она не очень пенится, это уже вторая паста, я замечаю, они плохо пенятся, хорошо освежают и не сильно отбеливают. То есть я, конечно, люблю больше отбеливания, но на данный момент я бы хотела, вот взяла для мамы, подлечить десна, потому что у нее проблема с зубами. На второй канал переходите, смотрите, я там все рассказывала. Она у меня ходила к дантисту, и у нее, в общем, проблема с пародонтозом. И я думаю, что-то вот такое ей надо периодически заказывать, полоскать рот, кокосовое масло, возможно, нужно будет ей. Я ей сколько раз говорила, она ничего не делает. Ай-яй-яй. Вот. Это я такая исполнительная очень. Дело. Я вся на таблетках, я всегда все принимаю вовремя, я хожу для всей семьи, горстки всем раскладываю, бабушке звоню, напоминаю, что ей выпить сегодня. Вот, у меня своя шиза. Взяла для подруги, про которую я рассказывала, которая попала сейчас со вспышкой рассеянного склероза. Ее в первый раз именно она почувствовала, что такое, когда конечности не имеют и не слушаются. Вот, взяла для нее габу. И до этого я показывала валерьянка, там еще что-то, в общем, много всего. Вот, витамин D я для нее брала тоже. В общем, для восстановления и просто вообще габа это просто супер всегда. И для тех, у кого деменция, восстановление от инсульта, после инсульта, габа при
Постгерпетическая невралгия, сейчас моя бабушка пьет, вторая. Потом, значит, для восстановления функций периферической нервной системы, для того, чтобы быстрее начать чувствовать, ну, вот эти все, сенситивность, в общем, не буду сейчас все перечислять, 10 раз рассказывала, поддержка нейротрансмиттеров. Здесь также в составе, мне нравится тем, что здесь витамин В6, это просто супер и то, для нервной системы это number one. Извините, number one. Немножко с рязанским акцентом, number one. Так, я думала, он побольше будет. Короче, крем взяла для мамы. Все советовали для поддержки суставов и мышц. Разогревающий с арники здесь нет, подождите. Капсаитин и босвелия. В общем, советовали его для того, что когда вот болит спина, суставы, мышцы, конечности, если ломит вот на погоду, на все, в общем, у мамы очень сильно болит спина, поясница особенно, она у меня очень-очень-очень много физически работала в своей жизни, таскала на себе всякое, и сейчас вот лечим, поэтому я для нее вот это все поназаказывала, в общем, супер силы глюкозамин и хондроитин. Вот это тоже для нее. Здесь, по-моему, должно хватить на 3 месяца. И вот такую еще я баночку взяла с МСМ. Здесь просто глюкозамин, хондроитин, а здесь глюкозамин и хондроитин с МСМ. Это было из предыдущей распаковки. Вот. В общем, все советуют, говорят, нравится. Еще плюс ко всему намажу и, наверное, сверху лучше положить какой-то полиэтилен, чтобы, в общем, не сразу впитывалось, чтобы как можно дольше было действие. Так, суп взяла, захотела, не знаю. Веганский, подтай, но это я дождусь тогда, когда у меня вкусовые мои качества все вернутся, все назад вернется. Кстати, вот, габа еще и хорошо, мне кажется, будет для тех, кто проходит восстановление после потери чувствительности, обоняния и вот этого всего после ковида. Вот, потому что он тоже хорошо поддерживает нервную систему. В общем, взяла я тайский супчик под тай. Не все хорошие, но вот этот вроде как хвалили. Не знаю, посмотрим. Мистер доктор МакДугалс. Доктор МакДугалс. Вот. Ну, посмотрим, попробуем, как, что за суп, не знаю, не брала ни разу. Для меня дороговато, если честно, 2 доллара он стоит за вот эту вот. Я за 1,5 евро здесь беру в английском магазине набор из 5 раменов. Люблю я рамен, прям ничего вы со мной не сделаете, хоть что говорите. Это мое удовольствие. Так, последнее, что у меня здесь в этой... Ай, взяла, разорилась попробовать. Значит, за 8 долларов. Ой, какая классная косметичка. Я только сейчас обратила внимание. Дорожная, шикарная косметичка. Вот, давно мне не хватало чего-нибудь такого. Я взяла набор, который был на тот момент. Сейчас, по-моему, опять их нету. Значит, что здесь? Здесь Dental Floss. Это с бамбуковым углем. Зубки чистить, в общем, нитка зубная. Вот, потом, значит, здесь корейская, на корейском написано солевая паста, salt toothpaste, серая написано. Серая почему? Потому что тоже, наверное, с углем. Вот, сзади все по-корейски. Ну, попробую, интересно, мне очень стало, прям... Не так, как там. Так, значит, дорожная хорошая такая. Ну, куда такая большая? Я только не понимаю, зачем такая большая ручка. Зубная щетка. Жалко, что не складывается. Потом, значит, Clean It Zero. Вот это корейский бальзам для снятия макияжа знаменитый. Вот. Ой. Вот в таком саше. Бальзам. Ну, это если я в Россию, например, поеду, тогда я с собой возьму. Я, наверное, так просто не буду его открывать. Body wash. Это гель для душа.
с кокосовой водой и цветами мимозы. Ну, наверное, я сейчас ничего не почувствую. Процентов 5 только ощущаю. В общем, не знаю. Потом расскажу вам, как пахнет. Но обещают кокос. Вот. Короче, гель для душа. Здесь 89 миллилитров. Я не знаю, мне кажется, должны пустить в самолет. Вот. Вот эти вот два средства. Взяла я шампунь и кондиционер от Husk. Очень мне понравился. Я брала вот этот кондиционер. Очень-очень понравился. Запах просто бомбезный. Советую. Унисекс. Замечательный. Пахнет дорогим отелем каким-то. Если не пробовали, советую попробовать. И волосы после него блестящие. Вот эти, кстати, сейчас волосы. Мыла сегодня, купалась и мыла голову с кондиционером от Husk. Ну, такой с помпой. Я уже большую взяла версию. 500 миллилитров. И все равно волосы прям после него мягкие, рассыпчатые, блестящие. Чешуйки закрытые. Вот. Мне прям очень нравится действие этого кондиционера. Прям шикарный. Я забыла сказать, что это корейский. Так, и последнее это... А, тоже корейский. Короче, здесь все корейское, по всей видимости. Нет, только вот... Ну, Dental Floss. Нитка вот эта вот, она не корейская. Она Лос-Анджелес. Made in China. Ну, окей. Вот, значит, и корейский какой-то бальзам от Dermabi. Дерма-И, я знаю. Дерма-Би первый раз вот заказала. Дневной увлажняющий бальзам. Это лосьон для тела, лоушен. Так. Не знаю, ну на ручки, например, мазать. Сделано в Корее. Сейчас бесполезно все нюхать. Короче, все закрыто, все, все как положено, запаяно. Хорошая косметичка, буду пользоваться. Мне все понравилось. Такая была у меня распаковка. Я надеюсь, вам понравилось. Если хотите больше, не забывайте подписываться на канал. Здесь будет много всего такого подобного. Оставляйте, пожалуйста, свои лайки. Это очень сильно поддерживает меня и мой канал, помогает продвигаться. И мне очень приятно, что вам нравится. Мы с вами всегда все обсуждаем. Вот. Переходите обязательно на второй канал, зацените. Люблю вас всех, целую, поздравляю еще раз с наступившим 2022 годом. Я надеюсь, этот год будет для нас намного лучше, без всяких там пандемий, ковидов и всякого такого прочего. Вот, пойду пить чай, греться и резать салатики. Всем хорошего настроения, пока-пока, люблю, целую. С вами была ваша Оля. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing.